Я знаю тебя много лет, но ты никогда не обращался ко мне за советом или помощью. Будем сейчас откровенным, ты никогда не искал мою душу. И ты боялся быть у меня в долгу. Я понимаю. Ты нашел в Америке рай. У тебя хорошо шел бизнес, тебя хорошо защищала полиция, тебе не нужны были такие друзья, как я. А теперь ты приходишь в мой дом и говоришь: Дон Корлеоне, мне нужна справедливость. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу. Ты даже не думаешь называть меня крестным. Нет, ты приходишь в мой дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня убить за деньги. Что я тебе сделал? Почему ты ни капли не уважаешь меня? Если бы ты пришел ко мне по-дружески, подонки, которые искалечили твою дочь, мучились бы уже сегодня. Если бы случайно честный человек вроде тебя нажил бы себе врагов, они стали бы моими врагами. И тогда...